чуть не слетел с мотоцикла. Вы видели, как я еду? Смотрите, я на коленях еду. Я сидел на пупе, а теперь сижу на коленях на мотоцикле. Вау, ребята, посмотрите на чувака. Как его колбасит просто. Дорогие друзья, а перед тем, как вы посмотрите это видео, рекомендую вам подписаться на мой канал. Также обязательно ставим лайки. Поехали. Всем привет, ребята. Вы на канале Вечное Детство. С вами Юра. И сегодня мы поиграем в игру Hill Climb Racing 2. Ну что ж, давайте попробуем проехаться на нашем отличном автомобиле. Водитель, как всегда, у нас немножко такой какой-то непонятный. Ну что ж, давайте погазуем, попробуем, как оно. Так, получается, мы играем с другими водителями на перегонки. Кто приедет первый? Так, отлично, берем бензин, едем, газу, газу, газу. Ого, ребята! Сальто сделаю или нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не успел сделать сальто, представляете? Такое бывает, иногда случается, так что ничего страшного. Так, ну что, давайте продолжим. Так, ну что ж, поехали. Брун-брун-брун. Давай, газу, 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 газу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам нужно приехать обязательно первым, дорогие друзья. Если мы приедем последними, куда же это годится? Это мне уже начинает быть не нравится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо. Коровы, ребята, вы видели? Финиш. Ух, да, ребята, мы приехали. Эй, смотрите, я выпал с машины, и он выпал с машины. Все повыпадали с машины. Ну что ж, ребята, мы приехали. Оказывается, самыми первыми. Это нас просто не может не радовать. Так что давайте продолжим нашу замечательную игру. Так, введите имя. Давайте введем наше имя. Давайте напишем Юрий. Так, нажимаем ОК. Так, новый головной убор. Пещерный человек. Мы с вами открыли. Так что можем его. Новая раскраска на джип. И 1000 золотых у нас есть. Ну что ж, давайте посмотрим, как это вообще. Так. Отлично. Так, 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 так. Играть в режиме приключений. Автономно. Приключения. Играть в режиме приключений, конечно. Давайте будем играть в режиме приключений. Так. Сколько у нас? У нас только 1000 очков. А для того, чтобы разблокировать... Сюда надо 4000 очков. Да? Приобрести. Так. Ну что ж. Давайте будем приобретать лес. И покатаемся мы сегодня с вами. На-на-на. Так, на чем же мы будем с вами кататься? А, это все стоит денег, ребята. Мы с вами только можем покататься на мотоцикле. Все, мы купили с вами скутер. Давайте повысим уровень. Давайте заделаем немножко двигатель. Купим сюда колеса. Отлично. Так. Колеса мы купили. Это очень замечательно. Купим еще баланс, подвеску, мотор, сцепление. Ну что ж, давайте прокатимся. Ну что, я, в принципе, готов к гонке, ребята. А вы готовы? Гоу-гоу-гоу! Ой-о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 й
Брын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Давай газу, газу. Гуси все поразбегались. Ребята, смотрите, олень. Гуси поразбегались в стороны, а мы гоним здесь на нашем... Ой-ой-ой-ой, ребята, можно утонуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я чуть не слетел с мотоцикла. Вы видели, как я еду? Смотрите, я на коленях еду. Я сидел на попе, а теперь сижу на коленях на мотоцикле. Вау, ребята, посмотрите на чувака. Как его колбасит просто. У меня... Мне просто сильно стало смешно. Я прям не могу. Вы посмотрите, как его колбасит. Ой, это просто аж смешно. Очень смешно. Давайте еще раз прокатимся и посмотрим, как это смешно. Вау. Ой-ой-ой-ой. Так, это получается возле меня едет прошлый мой результат.
Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Так, поехали, едем дальше. Тихонечко газуем. Тихо-тихо-тихо. Урн-ду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 н. Ребята, вот это на мотороллере мы гоняем. Круто вообще. Да, вторая часть будет, конечно, повеселее, чем первая, я вам хочу сказать. Ай, водитель разбился. Да что ж ты будешь делать? Ну что ж, давайте продолжим. Так. Давайте продолжим. Только не в городе. Давайте сначала здесь прохочу прокатиться на джипе, на вот этом. Так, купили мы с вами джип. Давайте его немножко повысим уровень безопасности, чтобы здесь у нас был порядок. А только потом будем с вами юзать все остальное. Так, мотор мы купили, я думаю, мощи нам пока хватит для того, чтобы преодолеть препятствия. Давайте поедем на джипе. О, мы против мотороллера. О, на джипе, конечно, ребята, на деревне под джипе можно гонять. Смотрите, какой это крутой автомобиль. Вау-вау-вау-вау-вау. А где гуси? Я ж гусей могу раздавить, ребята. Лучше не подпускайте их ко мне, потому что я их раздавлю в любое время. Аккуратно, аккуратно. Пускай бабушка уберет своих уток, а то я их всех передавлю. Ой-о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 й. Ребята, смотрите, какая... Вот это у нас просто мы... Чудеса на виражах просто. Так. Так, дорогие друзья. Те, кто не подписался на мой канал, советую подписаться. Скоро мы будем проводить различные розыгрыши на канале. Так что советую вам поставить палец вверх и подписаться, естественно, на мой канал. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Я разбился. Как так получилось, что я разбился, я и сам не понимаю. Так. Давайте еще раз проедемся. О, ребят, давайте лучше на кроссовом мотоцикле по деревне. О, в этот раз мы должны с вами конкретно так погонять. Ну что ж, 3, 2, 1, газу! О, ребята, мы втроем, смотрите, это все мои предыдущие чекпоинты едут. Вау! О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, на мотоцикле очень тяжело. Ребят, я как будто не на мотоцикле, а на лошадке на какой-то. Она так скачет, этот мотоцикл так скачет, как будто я на лошади еду. А, не на, вот это приколы. Давайте еще раз попробуем. Давай, газу, 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 газу. Вау, 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 вот это круто. Отлично. Давай, мой конек. Ребята, он на туре скачет. Этот мотоцикл не едет, а скачет как лошадь на туре просто. Свернул шею, ну ничего. Так, ну что ж, ребята, давайте прокатимся в городе. Только давайте возьмем для этого спортивный автомобиль. Я считаю, что спортивным автомобилем мы должны в городе просто выиграть. Вау. Давай газу, Юра. Давай гони вперед. Ох. Отлично. Вот это круто. Ой-о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 й. Ай, утонули. Да что ж такое? Жун-жун. Давай-давай-давай-давай. Я должен его обогнать. Обязательно должен обогнать. Вау, вот это да. Вот это круто. Тихонько, тихонько, тихонько. Так, ну он же сейчас утонет. Это же мой предыдущий скин. Все, теперь я поехал. И мне надо приехать первым обязательно. Даже если я не приеду первым, мне нужно приехать хоть каким-то. Так, ребята, мне нужно доехать до финиша. Предоставьте мне, пожалуйста, площадку. Нет, спортивный автомобиль, ребята, я хочу вам сказать, что лучше всех. Вот этот автомобиль лучше джипа, даже в деревне мы с вами ездили на джипе по грязи. Вот этот, наверное, лучше всех. Я не знаю, как он себя будет вести
по грязи, по болоту, но здесь, я хочу вам сказать, он ведет себя на этих дорогах просто супер. И посмотрите, какие виражи. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, разбились. Ах, ну ничего, разбились, ничего страшного. Так, повторим. Так, давайте, хочу на мотоцикле проехаться здесь. На вот этом. Брэн-дэн-дэн-дэн-дэн, вау. Давай, дядя, газу, 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 малыш, давай. Ухо-хо-хо, ребята, посмотрите. Посмотрите, как он скачет, как лошадь просто, а не как мотоцикл. Ребята, я еду на лошадке. Давай, 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 газу, газу, обгони его, обгони. Обязательно я должен обогнать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И в воду, естественно, я свалился в воду. Буль-б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 уль. Утонули. Так, ну что ж, друзья, этот выпуск подошел к концу. Я желаю вам удачи. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте палец вверх. Счастливо, до следующих встреч, во следующих выпусках.